29 апреля, Великий понедельник. Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В православной церкви это самая важная неделя всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его страданиям, крестной смерти и погребению. Каждый день Страстной седмицы предлагает для нашего внимания то или иное евангельское чтение, вслушиваясь в которое, мы как бы следуем за самим Христом, начиная от входа Его в Иерусалим до погребения. В Великий понедельник мы слышим евангельское повествование о проклятии Господом бесплодной смоковницы. Возвращаясь в Иерусалим утром, Иисус Христос взалкал и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, сказал ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Засохшее дерево символизирует душу, не приносящую духовных плодов, покаяния, молитвы и добрых дел. В этот же день в Иерусалимском храме Господь произнес притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях. Затем Он поведал Своим ученикам о грядущих бедствиях, которые позже постигли Иерусалим, и о знамениях кончины века.